Я постараюсь кратко. Во-первых, про Норильск я уже сказал, про противотуберкулезное отделение, когда вопросы повестки обсуждали. Поэтому прошу этот вопрос тоже считать актуальным, и правительство прошу проинформировать, есть такие планы, нет таких планов. Ну и сразу от них отказаться, как от вредных и ненужных. И второй вопрос. Хочу прокуратуру края попросить с особым пристрастием отнестись к коллективному обращению жителей Емельяновского района. Официально оно со всеми приложениями и подписями к ним направлено. Более 1000 человек из примерно 30 населенных пунктов подписались. Они воодушевлены примером Березовского района, где по инициативе прокуратуры проводится декриминализация. Просят аналогичную процедуру запустить в Емельяновском районе. Устали люди от жуликов во власти, сплошные какие-то главы под уголовными делами, причем не отстраненные на это время от должности. При этом, как в какой-то глухомане, люди по несколько суток сидят без электроэнергии. Ну и все мы знаем и про земельные всевозможные схематозы, махинации. И недавно вот заключение счетной палаты было. Ну, ужасающие выводы. Объем налогов растет, число жителей растет. Все задачи, какие ставились перед местными властями, все провалено. Поэтому назрел, люди считают, вопрос. Надежда только у них на прокуратуру.